Приветствую вас. Я, если честно, не очень понял некоторые детали вашего текста. Вот. Но исходя из того, что я уловил, вытекает следующее, что когда вы пришли на работу, вот, как я понял, это были вы посмотрели на парня, парень посмотрел на вас, вот, и между вами промелькнула, проскочила искра. Вот. Значит, только дальше этой искры дело не пошло. Он не делает особых шагов, вы тоже не делаете особых шагов. Вот. Вы не хотите держать в себе это напряжение, вот, хотите, чтобы ему об этом сказать. Хотите сказать, что он вас напрягает. Вопрос в том, как мне кажется, действительно ли он вас напрягает, действительно ли это напряжение, действительно ли это именно вот напряжение. Мне кажется, что может быть это не напряжение, может быть, мне кажется, может быть это что-то другое, может быть, это, ну, не знаю, может быть, это влечение ваше к нему, например. Вот, и так далее. То есть это очень важный момент, как мне кажется. Я думаю, что вам на это надо бы обратить свое внимание, мне кажется. Что вам нужно обратить на это свое внимание, мне кажется, что вам как бы имеет смысл понять, а что я вообще чувствую к человеку, что я вообще, ну, как бы ощущаю, да, вот, к нему. Ведь разные могут быть моменты, разные могут быть, там, детали, разные могут быть переживания, не всегда вы в этих переживаниях разбирается, не всегда вы в этом отдаете себе отчет, к сожалению. Вот. Поэтому спешить, как мне кажется, не стоит, торопиться, как мне кажется, не стоит. Вот. Разберитесь сперва в себе, что вам хочется. Например, да, вот, что вам нужно, например, ну, от человека, да, да, ну, и, как бы, да, дальше уже вы могли бы для себя, кто вот лучше разобраться в том, что происходит, и в том, что с этим делать, и в том, как дальше себя вести и так далее. Понимаете, да? Что я имею в виду? Вот это очень важно. Со все моменты это очень важно. Вот. А вы пытаетесь такое ощущение решить все махом, ну, это, мягко говоря,
работает редко. И тебе редко получается решить все махом. Особенно если вы хотите избавиться от напряжения. Да? То, что вам хочется расставить все точки над «ты», это хорошо. То есть это классная тенденция, могу сказать, что вы молодец в этом. Вы молодец, что хотите расставить все точки над «ты» и уже перестать тратить, ну, свое время. Я считаю, что здесь вы молодец, но так моя идея заключается в том, что цели чувства вы выразите человеку, то есть то ли вы ощущаете, то ли вы чувствуете, ну, то ли вы реально чувствуете. Вот. Потому что вполне вероятно, что не совсем. То есть вполне вероятно, что чувствуете вы там что-то другое совсем не то, что вас, ну, то есть, собственно говоря, человек вас не напрягает, да, а вы там чего-то хотите, например. Вот. Но если этого избегать, вот, то ничего хорошего не получится. Ну, сами понимаете, я надеюсь. Ну, в итоге вот на это я и хотел обратить ваше внимание. Вот. Надеюсь, что как минимум было полезно. Вот. То есть предлагаю как-то вот сначала разобраться с тем, что вы чувствуете к человеку. Предлагаю разобраться с тем, чего вам хочется. А дальше уже решать. Дальше уже принимать решение. Как-то так. На этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что для себя вы, ну, какие-то выводы сделаете. Вот. И я надеюсь, что, ну, что дал вам пищу для размышлений. В контексте, хотя бы того, чтобы решить, там, как вам дальше поступать, что дальше делать. Вот. Вы решаете, вы поймите правильно, решаете, как поступать, как вам действовать, только вы, никто больше. Вот. Но очень важно, чтобы вы знали, что делать. Очень важно, чтобы вы понимали, что именно происходит. Чтобы решения, которые вы принимали, да, чтобы они были, эти решения, ну, в соответствии с тем, что вы чувствуете, например, в соответствии с тем, что вы хотите, например. Вот. Тогда вы не будете жалеть
о том, что ну, поступили как-то. Например. То есть, конечно, какая-то жалость будет, какое-то ощущение, если да, там не получится что-то. Вот. Конечно, вы будете жалеть, но если условно говоря, будете поступать так, как хочется вам, вот, то гораздо меньше будет сожалений, чем если вы будете себя обманывать. Вот такой ответ я могу вам дать. Вот, надеюсь, что это было интересно, как минимум. Надеюсь, что это было любопытно, как минимум. И надеюсь, что вы решите для ну, решите что-то для себя, да, и уже будете, ну, двигаться в этом направлении, туда вот, ну, в сторону реализации того, что вам, да, ну, важно, например, и так далее. Вот, такая вот история. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.